На летний период запланировано множество строительных работ. Над одной из них уже около недели трудятся работники Канцаскома. Рядом со стройкой нового жилого комплекса «Философский камень» ведут новую водопроводную магистраль. К тому же в скором времени планируют подключить новый объект к теплоснабжению. На сегодняшний день проведение работ по строительству сети водоснабжения создает некоторые неудобства, а именно ограничение движения транспортных средств. Но передвигаться на автотранспортах нестандартными маршрутами кагалымчанам осталось недолго, ведь деятельность трудовой бригады прекратится в ближайшее время. Также стоит отметить, что после основных работ некоторое время будет отведено на восстановление дороги.